Манижу на Евровидение приехал поддержать известный бойфренд, которого она долгое время скрывала. 29-летней певице Манижи, которая в этом году представляет Россию на Евровидении, приходится нелегко. Сперва ее засыпали гневными комментариями, а теперь ей приходится справляться со стрессом от конкурса. В этом году девушке помогает ее парень Ладо Кватания, который приехал в Роттердам поддержать любимую. На видео они праздновали выход артистки в финал. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал и будете в курсе событий, которые происходят в нашей стране и за рубежом.